Всем привет. Вот бы такой гаражик на клуб снять с вентиляцией, со светом. Еще какую-то мебелишку притащить. Резеток дополнительных сделать. Ну, мне кажется, отлично же было бы, да? Вот так вот. Плюс еще дверь есть для входа отдельная. Сейчас-то все на потолок она приподнялась. Мне кажется, отлично было бы, да? Пожарные системы, датчики. Ну, прохладника поставить можно пару этих, как называется, для обогрева радиаторов электрических. Ну, чуть-чуть платить за это. Но все равно для вот этих вот разобрать, собрать, посидеть, поболтать, пообсуждать что-то. Естественно, не курить здесь. Мне кажется, вот такие гаражи идеально стоят. Они недорого. Вообще недорого. Вот так мыслю.